Ксения Александровна Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году Ксения Мишина заняла второе место на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». Кроме этого, была удостоена специального приза от зрителей. В 2010 году приняла участие в кастинге телевизионного шоу «Украина слезам не верит», где главным призом проекта были три главные роли в мюзикле Константина Меладзе. В шоу девушка показала свои вокальные, актерские и танцевальные способности. Высшее актерское образование девушка получила в Киевском университете театра и кино Карпенко-Карова. Училась на актерском факультете в мастерской заслуженного деятеля искусств Украины Богомазова Дмитрия Михайловича. В 2015 году успешно окончила театральный вуз и получила диплом по специальности актриса драматического театра и кино. Сегодня актриса работает в составе труппы Академического молодого театра в городе Киеве. На театральных подмостках ее можно увидеть в таких спектаклях, как «Пепел», «Уступи место» и «Милый друг». Впервые в кино Ксения снялась в 2014 году. Еще участие в театральном вузе Киева дебютировала в роли Анжелики в боевике режиссера Игоря Драка «Раскаленный периметр». 2016 год был для актрисы очень плодотворным. Она приняла участие в таких киноработах «Дом на холодном ключе», «Чудо по расписанию» и «На линии жизни». Свою первую главную роль Ксения сыграла в 2017 году в многосерийной мелодраме о любовном треугольнике «Искушение». Вместе с ней ведущие роли исполняли актеры Иван Колесников и Дарья Легейда. Роль незаконно рожденной дочери миллионера Камилы принесла Ксении известность. В этом же году актриса снялась в продолжении проекта «Искушение 2». За 5 лет в кинематографе фильмография актрисы насчитывает более 10 работ в фильмах и сериалах. За последний год Ксения приняла участие в различных интересных разноплановых кинокартинах, среди которых «Радуга в небе», «Наследница по неволе», «Город влюбленных» и другие. Талантливая актриса Ксения Мишина снялась в масштабной мелодраме под названием «Крепостная». Девушка сыграла главную антагонистку Лидию Шефер. Ее героиня наделена невероятной красотой, но очень жестким характером. Она конкретная и рациональная, а в силу жизненного опыта жесткая, требовательная и одинокая. Этой женщине чужды сантименты, ведь Лидия не верит людям и придерживается невысокого мнения о них. За глаза Лидию люди называют богатой купчихой. Личная жизнь актрисы, обладающей эффектной внешностью, интересует не только прессу, но и поклонников ее таланта. Только Ксения ее старается не афишировать. Из социальных сетей можно узнать, что у актрисы есть сын по имени Платон, которому весной 2019 года исполнилось 7 лет. Замужем актриса или нет, к сожалению, неизвестно. В 2018 году Ксения снялась в таких картинах, как «Вкус счастья», «Дом надежды», «За витриной», «Наследница по неволе» и «Самый лучший муж». В 2019-м с участием актрисы вышли такие сериалы, как «Артист», «Крепостная», «Кровная месть», «Цыганка», «Я тебя найду», а также «Воскресенье утром» «Зелье собирала». В этом же году Ксения Мишина приняла участие в шоу «Танцы со звездами», где ее партнером стал Евгений Кот. На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.